Следующая песня называется «Яна». Наверное, она уже вышла или выйдет сегодня. Мне у нее нравилось, она не потяжет. Года я у цыгане сижу, но никто запах не чует. Роблю там на ферме у председателя коров, поздаю там туда-сюда. Тут пацаны с Кривого Рога, там а то приехали подрядчики. Там они в Петрово делают, идут там. И там один каже: Яна, ты бы не очень, и каже, никогда не видел. Ну все, начали свидание, я ему там молочка парного. Бутербродники, все, венеры, все там собираю. Надо что-то свататься, а батька 2 года назад он помер. Мы все равно собрались роды, что такой огромный стол, что конца не видно в селе. Благословили, и он меня привез на 44-й квартал в Кривой Рог. Обещал мне мити ноги и молоко. Грязный бил, техно за окном. Обещай мені мить ноги і молоко. Грязний бил, техно за окном. Ну, приїхали з Росіпьорки, двушка, хата. Оце фонтан з п'ючі. Ну, він уже сюди, я хожу, не работает. Ну все, вроде взяли в лаз, ну як взяли, в кредит взяли. Потом так дивлюся ми каждый день, то быстро займ, то швидко ширка, ой, швидка гроші. Короче, дивлюсь сім'яне день, потом приноси кори. Я на це ж переробця модна. Короче, просипаюся, не плажу мені день, а ще записка, прости, любима. А тут заходить ще кета, я говорю, платите за квартиру. Ви вже три місяці года задовжали. Я так хапало давно, я в шокі. Я прилегу 23-го. Обіцяв мені мить ноги і молоко. Грязний біл, як роза дном. Обіцяв мені мить ноги і молоко. Грязний біл, як роза дном. Обіцяв мені мить ноги і молоко. Грязний біл, як роза дном. Обіцяв мені мить. Спасибо большое. Всегда переживаю, вот пацаны, я ходил так, вот всегда, люблю люди привычки. Драйв тебе даст группа Royal Kids, стареем уже, форму набирай. Я все думал так, что так я так и, ну, и проеду. А потом понял, что ну, оно. Я говорю, Коломойский, каже, жизнь це як в супермаркеті ходиш, только знаешь, что в конце каса есть. За все приходится платить здоровье. Это самое. Сегодня? Нет. Организовывайте слэм! Тут никогда не платят. Ну спасибо, хоть и ну и так.